Здравствуйте, девочки! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня будем вязать красивую ажурную кайму. Узор вертикальный. Отлично подойдет для оформления края вязаных изделий. Надо набрать 23 петли, то есть 21 петля для узора и 2 кромочные. Дальше вяжем по схеме. Схема и описание будут в видео. Я провязала 6 рядов. Приступаю к вязанию 7 ряда. Итак, беру 1 кромочную. Далее у нас 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее у нас накид и 2 вместе изнаночными. Накид. 2 вместе надо провязать изнаночной. Еще раз накид. 2 вместе изнаночной. Далее у нас вяжем 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Далее 2 вместе лицевой за передние стенки. Затем накид. Еще раз накид, 2 вместе изнаночной, накид, 2 вместе изнаночной, далее идут лицевые и в конце изнаночная. 1, 2, 3, 4, накид и в конце кромочная. В конце кромочная. Поворачиваем работу. Далее вяжем по схеме 8 ряд. 5 лицевых по схеме у нас. 1, 2, 3, 4, 5. Накид я тоже провязала лицевой. Затем накид 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид с наклоном вправо, то есть за передние стенки. И здесь у нас скрещенная петля. Далее накид и 2 вместе вяжем изнаночной петлей. Далее по схеме у нас 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем накид 2 вместе лицевой за передние стенки. Накид 2 вместе лицевой за передние стенки. И лицевые. 1, 2, 3, 4. 5, в конце кромочная. Это у нас был 8 ряд. Затем 9 ряд. 5 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе. Лицевой. Накид. Так, извиняюсь, 9 ряд. Это у нас накид. 2 вместе изнаночной. Накид. 2 вместе изнаночной. Затем 3 лицевые. 1, 2, 3. Я слежу за схемой. 2 вместе лицевой за передние стенки. Затем накид. Лицевая. Лицевая. Накид 2 вместе изнаночной. Накид 2 вместе изнаночной.
Затем у нас лицевые. Раз, два, три, четыре, пять. И в конце накид. Дальше вяжите по схеме. Я думаю, ничего сложного в этом нет. И получим красивый вертикальный край. Если будут вопросы, задавайте в комментариях. Пока, девочки!